Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые братья и сестры, хотите насладиться постом в месяц Рамадан? Хотите насладиться этим прекрасным поклонением? Поститесь сердцем. Поститесь сердцем. У Аллаха субхану ва та'аля нету нужды в нашей голодовке. Аллах субхану ва та'аля приказал пост не для того, чтобы наше тело болело, чтобы мы голодали. Для чего же Аллах субхану ва та'аля приказал нам поститься? يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. О верующие, предписан вам пост, подобно как он был предписан тем общинам, которые были до вас. Для чего? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Может быть, вы станете богобоязненными. Может быть, вы станете набожными. Таква. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ашара иля маудиа таква. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, указал, где это место богобоязненности. И три раза сказал: «Ат-таква ха-хуна, ат-таква ха-хуна, ат-таква ха-хуна». Богобоязненность, она здесь. Богобоязненность, она здесь. Богобоязненность, она здесь. Каждый день мы постимся. И чувствуйте, прочувствуйте этот пост сердцем. Ты читаешь Коран во время поста. Ты не кушаешь, не пьешь. Прочувствуй это сердцем. Вахта себе. И жди награды от Всевышнего Аллаха. Субханаху ва тааля.